Сейчас. Извините, пожалуйста, товарищ сад. Можно просто вашу фамилию узнать, если... А? Ну, статья под законом милиции. Вы же милиционер, правда? Представьтесь, пожалуйста. Вы сейчас мешаете, допустим, нам вот общаться с людьми. Я вам не мешаю, я просто хочу знать вашу фамилию, я ухожу. Как ваша фамилия? Скажите, пожалуйста. Ваше служебное удостоверение. Вот мое удостоверение, Веременко Олег Игоревич, я просто гражданин Украины. Был свидетелем, как вы допрашиваете малолетних. Сотрудника милиции. Малолетних. Снимать на камеру. Я не буду снимать, вы просто можете мне сказать, как вас зовут, и я вне камеры посмотрю, что вы реально хорошо. И все. В чем проблема? Юрий меня зовут. А фамилия у Юрия есть? Значит, как ваша фамилия? Мы можем, допустим... Бронь? Бролли. Броль. А есть у вас служебное удостоверение, не на камеру, вот я отведу специально. Чтобы он показал свой карман, потому что у него ничего нет. Или это чтобы я убедился, что вы милиционер, а не просто какой-то самозванец. Оперуполномоченный Броль Юрий Валерьевич. Хорошо, все, давай. Спасибо, Юрий Валерьевич. Это было так сложно. Надо было 102 вызывать. До свидания.